Открывайте недельную главу Вайра. И написано Вайра Элава Дунай Белуней Мамре, Веву Йошев Петаха Охель Кихом Айом, Вайсар Эна Вайар, Вейне Шелоша Нашим Нинцавим Алам, Алам. Вайар Вайар Оцли Кратам Петаха Охель Вайштах Варца Вайомар Адунай אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישכנו תחת העץ. Что написано? Открылся ему Бог, ведуны мамре. Про кого написано? Про Авраама написано. Кстати, хочу сказать, Баух Ашем, Всевышний удостоил нас. Сегодняшний урок будет. Лейлю Нишмат, Михаэль бен Яков, Анунад бин Тамар, а также Михаэль Абад Хахамейр и Мазико Мазалтов. Так, в этом году вот эта Вайра, недельная глава Вайра, это именно та недельная глава, с которой мы начали уроки по четвергам, здесь 4 года назад. И Баруха Хашем Всевышний, это 4-й год, да. Это 3 года назад, это 4-й год пошел уже, Ухашем, с вашей помощью тоже. Дай Бог, чтобы было много-много успехов. Безрат Ашем. Вот. И прям сегодня чудо. Вот Адам пришел, Назав пришел. Такое чудо невероятное от Творца. Просто невероятно. Слава Богу. Про кого сказано? Ваэр Элав. Адунай Белуним Амре, Вегу Йошев Петаха Охер Кехом Хайом. Что было с Авраамом? Он был после обрезания, правильно? Он был после обрезания. Насколько важно обрезание для еврея? Невероятно. Написано в 36 каретов есть в законах запрещенных связей. Есть 36 каретов, за что человеку полагается карет. Что такое карет? Отсечение души. Что значит отсечение души? Не дай Бог, не про нас будет сказано. А? Это значит, что истребляется душа человека или из этого мира, или из следующего мира. Или и здесь, и там. Или, не дай Бог, он умирает молодым. Навсегда? Навсегда, да. Навсегда. И один из них, и один из этого, один из причин, это если человек не обрезан. Еврей, который не обрезан, насколько это важно, Дэвид, не отвлекай их, Дэвид. А если человек не обрезан, смотрите, насколько важно, что если, не дай Бог, человек умер, и у него нет обрезания. Нет обрезания у него. Что делают? Не хоронят, пока не сделали обрезание умершему еврею. Пока не сделали обрезание, не хоронят. Нельзя хоронить так. Еврей, который умер, и он не сделал себе обрезание, или ему никто не сделал обрезание, то его нельзя хоронить без обрезания. Его обрезают и так хоронят. Мертвого. А? Как он может быть евреем, если он не обрезан? Очень просто. Мама у него еврейка, значит он еврей. Не обрезанный еврей, бывают, к сожалению, такие. Аллаха говорит, человек, который ушел необрезанный, у него есть как раз вот это наказание, что есть карет. Не дай Бог ни про кого. Если человек не обрезал, его не обрезал папа. Сейчас, секундочку, подождите. Если еврея не обрезал папа, то есть обязанность его, и у его дедушки обрезать его. Если ему 13 лет исполнилось, после 13 лет у него самого есть обязанность обрезаться. Если у него самого себе. Если, например, он вот так, и обязанность у него, обязанность. То есть как? Это уже техника. А если он... Может, он обрезался? Бывает, да, и что? Да, и что бывает? Теперь,
А если же его никто, он сам попал в такую сферу, что он, допустим, далеко совершенно не знает ни про обрезание, ни про чего не знает, но община знает, его родня знает, что он не обрезан, но он еврей, есть у них, у каждого из нас есть, есть обязанность привести человека и уговорить его, сказать ему про важность, насколько важно обрезание для еврея. Если у него мама еврейка, он должен обрезаться. Если нет, то ответственность на каждом из нас, чтобы вы понимали. Да, давай вопрос. А почему человек определяется тем евреем или нет? Сейчас вы меня переводите в другой вопрос. Не надо. Сейчас у нас не вечер вопросов ответов. У нас с вами, мы разбираем с вами недельную главу. Без раташи соберемся за шашлыками, немножко там погулять и так далее. Потом устроим с вами вечер вопросов и ответов. Давай по теме. Ну вот, умер человек, да? Без обрезания. Дай Бог, да. И что вам смешно? По закону страны может быть такое, что будет считаться, что это издевательство над трупом. Или ну, что его обрежут. Ну. И придется делать все равно и брать на себя законодательное. Ничего нового ты меня не спросил. На протяжении еврейской истории было огромное количество раз, когда нам запрещали делать обрезание. И что мы не делали? Делали. Здесь, даже в России, здесь, в СССР, запрещали делать обрезание. В СССР было запрещено сделать обрезание. Под страхом тюрьмы моили, ходили и делали обрезание. Я вам отвечаю. А? Да. Да. Это предыдущее поколение ашкеназов. У нас... Кстати говоря, друзья, евреев из Грузии это не коснулось, этих проблем у евреев из Грузии не было, но горских евреев гоняли сильно за обрезание. Рони, сюда. Горских евреев сильно гоняли по поводу обрезания, чтобы вы понимали. И у многих есть проблема, что они сделали у неевреев сделали обрезание, что у мусульман делали обрезание. Это не обрезание, которое нужно сделать. Это совершенно другое. Обрезание еврейское состоит из трех частей. А мусульмане делают только два. То есть само обрезание и этот самый прия они не делают, по-моему. В общем, две из трех они делают. Я сейчас не про это говорю. В общем, у нас есть три стадии обрезания. Мусульмане делают только два. Нет, какие они не делают? Какая разница? Для практики какая разница? Надо посмотреть. Я не знаю, как у них, я их законы не знаю. А получается, наше обрезание считается у них? Если мусульмане делают русское обрезание, то окей. Да. Даже если... Да. Вот, то есть здесь надо иметь в виду, если, например, горского еврея обрезали там, где-то там, где жили в горах, например, да, не, это, Кубы это не касается, да, там Махачкалы и так далее, там, где были раввины, это не касается. Вот, касается мест, где жили горские евреи, где не было раввинов, вот. И там делали там по-своему, не знаю, все арабы делают, все мусульмане делают обрезание, и там, соответственно, делали тоже. Надо это иметь в виду, потому что у многих горских ребят есть эта проблема, что они ходят, думают, что с обрезанием, на самом деле, не по еврейскому закону это обрезание. И нужно его доделывать. Вот мне здесь подсказывают эксперты, что обрезание спокойно делали горские в Москве. Приезжали в Москву, я так понимаю, и делали. Может, а на Кавказе из-за нехватки моили, это было проблемой, но не запрещали, не было запрета. Хазаку барух. Так, мы с вами сегодня обсуждаем также четвертый пасук. Посмотрите, пожалуйста, четвертый пасук. Да. Не, ну смотря что, смотря какое обрезание, может быть там все наращено и так далее. Зависит от самого обрезания, то есть надо посмотреть. Так, давайте смотрим. Смотрите, Юках на Миат Маим. Написано Юках на Миат Маим.
пусть взято будет немного воды. Вместе со мной читайте, пожалуйста, вместе со мной. Пусть взято будет немного воды. Омойте ваши ноги и облокотитесь под деревом. Про что это сказано? Авраам Авину сидит, жара, неимоверная жара. Третий день его обрезания. Сколько ему было лет, когда он обрезался? 99 лет. 99 лет. Творец ему сказал, иди обрезайся. Он сказал, есть. Пошел, обрезался. Ничего не боясь, абсолютно. Потому что это заповедь. Если заповедь, плохого не будет. А Творца плохое нет, не бывает плохого. Сказал, значит, так нужно сделать. Он сделал на третий день самый больной период, самый болезненный период, это третий день. И он сидит и вдруг видит, и не было уже, Всевышний убрал всех. Чтобы вы понимали, Авраам Авину жил в таком месте, где это был, по-нашему сказать, на нашем языке, проходной двор. Все там проезжали, выезжали торговцы, и самые путешественники, все, кто могли направо-налево, все там проезжали. Почему он специально там осел? Чтобы мицвот делать, чтобы приближать к Творцу. Да? Он рассказывал, единственный человек, который знал про Творца, он рассказывал про Творца и заставлял всех благословлять, говорить Биркат Амазон, благословлять тот хлеб, которым он угощал их. Каким образом? Он их приглашал домой, накрывал им стол и говорил, давайте, кушайте, пейте, что хотите, как, что в конце, что, сколько мы тебе должны, ничего не должны вы мне. Сколько денег? Что, без денег? Без денег только благослови. Кого благословить? Творца. Кого Творца? Есть Творец? Да, есть Творец. Где он? Покажи. Нету. Они привыкли идолам служить. Он говорит, я идолов буду благословлять. Нет никакого идола. Тогда заплати мне, не знаю, там, миллион долларов. Как нет у меня миллион долларов. Ты уже покушал? Перед фактом он его ставил, говорит, благослови, ничего мне от тебя не нужно. Сколько браху скажи и больше ничего. Кстати говоря, чтобы вы понимали, если человек пришел к вам в гости, и вы сказали ему благослови, и он не благословил, проклятие есть на этого человека. Не благословил. Он отказался благословить твой дом, если у этого человека проклятие. Не дай Бог. Поэтому вы должны понимать, если вы знаете, что он не прочитает благословение, лучше ему не давать. Что мне тебе сказать? Ты тогда как Авраам Авину, скажи ему благослови Творца, скажи Бог, спасибо тебе, все, что я могу тебе сказать. Я говорю про Биркат Амазон. Еврея, как известно, позвали домой, накрыли ему стол, сделали твердое дай, благословили хлеб, сели кушать, выпили, поговорили, что, как, чего, расстаетесь, Биркат Амазон нужно сказать. Пусть должен человек, нормальный еврей, благословить другого еврея, да. И друг, любой человек благословит дом, к которому он пришел. Еврей, не еврей, нормальный человек благословит дом, к которому он пришел. Неважно кто. Теперь, если ты ему сказал, на, возьми Биркат Амазон, прочитай, он не прочитал, да, не благословил дом, то есть проблема в этом большая. Поэтому, если знаете, что он не будет читать, лучше не давать. Что вежливо? Вежливо отказаться? Я не знаю, мое дело тебе сказать, Эльвин, дальше я не знаю. Отказаться вежливо, невежливо, это уже другой вопрос. Еще раз, я вам такого не говорил. Я вам не говорил заставлять его читать Биркат Амазон. Теперь смотрите. О чем я говорю? Да, он жил в таком месте. Теперь, а когда он сделал обрезание, Творец убрал от него всех. 3 дня никто там не появлялся. Абсолютно никто. Несмотря на то, что это было проходное место, 3 дня никого не было. На солнце, конечно. Жара неимоверная. Да, он страдал очень сильно. Теперь Юра, Надав, представьте себе, третий день, и тут появляется трое гостей на пороге. Он их увидел, то есть не на пороге, он их видел там. Взял. Он разговаривал с Творцом в это время, говорит, Творец, прости меня, я побежал. Он побежал встречать гостей. Написано, и он их привел к себе во двор сначала. И написано во юках на мят майм. Смотрите, какой интересный перевод здесь написан. Посмотрите внимательно. Пусть взято будет немного воды. Что значит пусть взято будет немного воды? Он что, с роботом говорил, или там у него был умный дом, там
Свет! Или вот так. Пусть будет взята воды. Что Тора нам говорит? Что значит пусть взята? Надо, пишут мудрецы, надо было написать в веках, я возьму немножко воды, напою вам, там, или там, помою вам ноги, или помойте сами ноги, или еще что-то. А написано, пусть будет взято. Что это значит? Что за выражение такое? Пусть будет взято. А? Обязательно, такой приказ, такой, никуда такой, да? Приказ никуда, пусть будет взято. Чтобы они сами взяли. Тогда скажи, иди возьмите. Рабы, чтобы дали, да? Это такой приказ, да? Пусть будет взято. Что это значит? Говорит Раши Акадош здесь. Раши Акадош говорит через шалеха. Через шалеха. Что значит через шалеха? Посланник, да? Посланник, он послал посланников для того, чтобы они взяли воды. Записываешь, молодец. Молодец, что записываешь. Так, Бартанура говорит, приводит Гемару, что смотрите, дальше написано здесь, я возьму кусок хлеба. Про хлеб написано, что он сам взял. Про хлеб написано, что он сам взял. А про воду, Адам, написано про воду, пусть будет взято. Потом говорит Бартанура, знаете, то, что вы делаете сами, Творец сам платит вам. Сам непосредственно Творец оплачивает. Я сейчас объясню. А то, что через шалеха, тогда благословение тоже через шалеха идет. Что это имеется в виду? Имеет в виду мудрецы, имеет в виду ман. Когда Авраам пришел и напоил хлебом этих гостей, Творец сам пришел и сам давал нам ман. Сам лично давал нам ман. А так как воду он взял, через посланника принес, поэтому вода еврейскому народу тоже была дана через посланника. Откуда? Моше Рабену взял посох, помните? Взял посох, ударил об скалу, через Моше Рабену была дана вода. Так и вы должны помнить, что то, что Тора сказал через посланника, что сделано, это немножко уровнем, это все-таки меньше. Что? Имеется в виду, например, тефилин, Надав, сам одевай. А как не самому одеть тефилин? Как это было? Может быть, чтобы не самому одеть тефилин? Может быть? Но! Что, ты не видел? Вот в аэропорту Давид видел, кто на Брон видел, еще где-то. Оденьте тефилин, пожалуйста, оденьте тефилин. Еще один, на. Вытягивает руку и давай, надевай ему тефилин. Как будто ты, не дай бог, инвалид. Ты что, инвалид, возьми тефилин сам надень. Сам выполни мицву. Правильно? Вот что имеется в виду. А тут тебя одевают на голову, одевают на руку. Что А? Если он только начал, научи его. Ты пришел, не одевал. Что, я тебе сам одевал тефилин? Ты помнишь такое, чтобы я тебе сам одевал тефилин? Помогал делать. Вот это другое дело. Не было такого, что я тебе одевал тефилин. Ты пришел, я тебя научил. Вот это дело. Вот это мицва. Да. О, я до этого дойду еще. Хороший вопрос. Зачем Авраам так делал тогда? Или, например, человек скажет, а зачем мне идти в синагогу? Там есть хазан, там есть община, там есть старики, которые молятся. Зачем мне идти в синагогу? Пускай молятся. Нет. Вот как Давид. Встает рано утром, приходит в синагогу, молится Барух Хашем. Да? Хазак. Сам мицву надо выполнять самому, друзья. Все заповеди, которые есть, благословение ты хочешь сам получить. А Творца будет благословение. А Творца, сам Творец сам заплатит за это благословение. Понятно, мы не за проход, мы не за это. Но так или иначе, чтобы ты понимал, да? Сам выполнил мицву, сам от Творца получишь награду. Жди теперь шалехов. Сколько шалехов есть у Творца? Огромное количество. Что значит шалехов? Знаешь, что значит Макс шалехов? Ты ждешь теперь, допустим, да, ты ждешь теперь, твоя судьба зависит там от учителя, от директора, от какого-то богатого человека, не знаю, от мамы, от папы, нет,
А если ты сам делаешь мицву, у тебя самого все получается. Сам лично ты видишь, что у тебя есть успех во всем. Не от кого-то зависит, не от этого, этого. Понятно, что сальяху много у Творца. Зачем? Самому сделай. Сам будешь иметь отношение с Творцом непосредственно тет-а-тет. Да? Вот. Или, например, есть в наше время, дай Бог, вы удостоитесь жениться, будут у вас дети, бизрат Ашем. Да? Учить сыновей для начала нужно самому. Учить сыновей нужно самому. А то отдашь куда попало, не знаю куда, чему научат, как научат. Сами укрепляйтесь, сами же учите для начала. Конечно, есть уже уровень, когда приходит, что уже нужно, понятно, там, не знаю, там, гемара, мишнает, хотя вы уже сами должны знать. И изначально, в принципе, еврейство так построено, да, от отца к сыну. А, конечно, от учителя к ученику тоже, но тем не менее, надо иметь в виду, да. Это вот как примеры. Гур-Арье пишет таким образом. Гур-Арье, есть такой комментатор. Что-что? Не нужно заставлять, но да, привить это желание нужно. Но не таким способом, как он тебе показывает. Но такой способ у нас у сефардов тоже не исключен. Да. Нет такого, что все, да, тики-пуки, милашка и так далее. Нет такого. Нет, по-мужски, по-нормальному. Нужно немножко кнута, немножко пряника. Опять вопросы и ответы пошли. Да? Не, ну это по теме же. Какой теме? При чем тут гостеприимство, я не понимаю. Что отец может сделать? Молиться. Только молиться. Больше ничего. Все. Только молиться. Да. Может быть, один раз, если ему до 13 лет, хорошенько дать ему. А? После 13 только молиться, да. После 13 может человек бить сына? Помните, мы это проходили с вами? Почему нельзя бить сына после 13 лет? Да, казак говорит. Правильно он говорит, правильно, да, правильно. Почему, если человек, не дай Бог, дал по морде, дал сыну, после 13 лет он его вводит в сакану, что он нарушит деурайта и, может быть, даже обязывается смерти. Каким образом, если, не дай Бог, сын ударил отца, и у отца прошло кровотечение, даже не открытое, а внутреннее кровотечение, считается, как будто он убил отца. Такой праведник, Авраам Авину, он Баал Хесед, он любил добро, милосердие, он всех угощал, всех обслуживал, так как нужно, Арон. А он что, не мог сам пойти взять воду? Ответ. Один из ответов, друзья мои, Юра, Надав, Макс, все, кто сейчас отвлекается, один из ответов, что... Есть вещи, которым человек, особенно мужчина, не может заниматься одновременно. Теперь к нему пришли и гости. Рав Хаим Коэн, Зихон Левраха, благословенный памяти, мой учитель, который помог мне пойти в Колель учиться, он говорил так, он рассказывал про это хорошо. Говорит, есть женщины, которые они могут заниматься одновременно 10 делами сразу. Мужчина, он устроен совершенно по-другому. Женщина, она одновременно может чистить картошку, разговаривать по телефону, заниматься детьми,
и писать еще себе меню на следующий день. В общем, одновременно несколько дел, а мужчина нет. Мужчине дай одно задание, все, и не отвлекай его ни в коем случае. И действительно, мы с вами так и устроены. Авраам Авину, что? Он принял гостей, пошел хлеб принести, сказал, возьмите, пусть будет взята воды. Это одно из объяснений, да, что человек занимается этим делом. Не нужно отвлекаться на то, на пятое, десятое, третье, четвертое и так далее. Мужчины так устроены. Также еще один ответ. Учит Тора. Знай, Ицхак, что это касается вопросов расходов и доходов. Что это имеется в виду? Например, мы видим из этого примера, мы видим, что то, что касается Адам твоих расходов, этим ты должен заниматься сам. А что касается так, пусть принесут, это можно послать из шалеха. Например, то есть хлеб, то, что Авраам принес хлеб, это касалось, он пошел, ну, грубо говоря, купить или взрасти его, или еще что-то. В общем, он сам занимался выращиванием этого хлеба, да? Поэтому он сам это принес, сам этим занимался. А что касается вода, она бесплатна, да? Не знаю, из источника, из бор, это как-то скважина, да. Как-то. Ну, в общем, из ямы там. А? Водоем, да, вот оттуда, вода бесплатна, он послал туда шалеха. Пример в бизнесе. Например, то, что касается расходов, да, зарплаты заплатить, купить товар, аренда, помещение купить или еще что-то, этим ты сам должен заниматься. Что касается расходов денег, этим ты сам займись. А что касается там, например, там, не знаю, расклеить объявления, рекламу сделать или еще что-то, что непосредственно расходов не касается, это ты можешь взять шалеха, да? Это имеется в виду, первое. Да, второй пример, например, с мицвот. Что касается, например, зашел человек в синагогу и видит, что ему нужна помощь. Какая помощь? И физическая помощь, и материальная помощь, и духовная помощь, да, он никакой, видишь, да, все вместе. Видишь, он без кипы, не понимает, что такое цицит, не понимает, что такое талит, твилин, ничего не понимает. И еще цедака ему нужна. Что ты должен сделать? Ты дай цедаку. Что расходов? Ты дай цедаку, а твилин, цицит и так далее, пусть займутся еще кто-то, да, это имеется в виду, да. И это тоже мицва, но так как человек не может заниматься и тем, да, если не может, как пример я вам привел. Теперь, почему написано, друзья мои, вода? Пусть будет взято немножко воды. Что значит вода? Вода – жизнь. Почему вода – жизнь? Вода – потому жизнь, потому что она сравнивается с Торой. С чем? Много с чем сравнивается с Торой, на самом деле. Но с водой тоже. Как вода – это жизнь, так и Тора. Как без воды мы не можем жить, так и без Торы не можем жить. Так Рав Муцафи пишет еще одно объяснение. Вода – это символ смирения. Что такое смирение, вы понимаете? Что это? Смирение что такое? Повиновение. Спокойствие не совсем правильная вещь. Что такое смирение? Покорность, да. Скромность еще. Да. Написано в Таанит, 7 лист, Амуд Алиф. Почему Тора сравнивается с водой? Вопрос твой, Давид. В Тааните есть. Почему она сравнивается с водой? Как написал пророк Ишаяу, «Ой, всякому жаждущему, пусть идет к воде». То есть тот, кто жаждет, пусть идет к воде. К чему? К Торе. «Сказать тебе, как вода с высокого места тянется вниз, воду ты налил, и она тянется вниз, так и Тора может устояться только на человеке,
который смиренный. Тора только на таком человеке может устояться. То есть что? Он скромный, он может опустить голову, он не гордец, нет в нем гордыни. Вот на таком человеке может устояться Тора. Это не тот, кто кричит, кто орет, да? Не этот. Написано про Баба Сали, история про Баба Сали. Знаете, кто такой Баба Сали? Да, один из больших каббалистов предыдущего поколения. Про него написано, кстати говоря, что он в конце жизни он зашел в комнату и долго-долго молился, несколько дней молился. И потом он позвал к себе трех аврехов, учеников Ешивы из Ашдода. Просто каких вот сказал, таких не приведите. Они приехали к нему, из Ашдода приехали в Нетивот, Нетивот это север, чтобы вы понимали, да. Он приехал туда, они приехали туда к нему, он что-то с ними поговорил и так далее. Они уехали от него и попали в автокатастрофу и умерли. И Баба Сали, тоже, после того, как они ушли от него, он сказал, он пошел, закрылся, молился тоже где-то около суток, по-моему, и тоже сказал, все у меня получилось, я уничтожил гзера. Гзера – это плохое постановление на еврейский народ, и он умер после этого, Баба Сали. То есть он молился, старался, воевал за еврейский народ, чтобы плохое постановление отменили, и вместе с ним почему-то эти трое тоже, никто не понимает, каким образом это случилось, как-то они были связаны. То есть один из великих каббалистов, однажды к нему домой зашли трое воры домой. Они не знали, чей это дом, они тоже были марокканцы, он тоже был из Марокко. Вот. И, значит, они там собрали вещи, что у него была скромная маленькая квартира, собрали вещи, хотят это самое. И вдруг он заходит в дверь. Они увидели Баба Сали. Ой, Рав, куда Рав, извините, уважаемый Рав, мы не знали, что это ваш дом, простите, они там пытаются уйти, окон нормальных нету, ничего нет, только одна дверь. Простая квартира абсолютно, трое. Баба Сали говорит, ничего, говорит, вы сейчас просто так отсюда не уйдете. И вот Рав, простите, если бы мы знали, мы ни разу в жизни никогда к вам не зашли. Извините. В общем, говорит, нет, пойдемте со мной. Вы наверняка сейчас голодный, он им говорит. Голодный, 100%. Нет, Квадраф, не хотим ничего кушать, мы ничего не хотим у вас забирать абсолютно. Он говорит, не пойдем. Говорит, позвала жена, жена была вместе с ним. Он говорит, жена, давай накрывай на стол. В общем, он им накрыл на стол, покушал с ним, дал им благословение и так отпустил. Денег еще им дал. Говорит, сколько вы хотели забрать? Он говорит, нет, нам ни копейки не нужно. Это называется анава, это называется смирение. Что бы ни случилось в жизни человека, у человека должно быть это смирение. Это не только смирение перед любым человеком, да, другим человеком. Смирение перед тем, что происходит в жизни. Да, и мы это видели у Авраама Авину. Авраам Авину, несмотря на то, что ему было больно, он понимал, насколько важная заповедь, гостеприимство. В Гемаре написано, тот, кто принимает гостей, как будто принимает шхину. В наше время в Москве кто гостей принимает? Поверьте, вот когда мы приехали из Грузии, например, я помню, в мое детство у нас было куча гостей дома. Вот из Грузии как-то к нам пришло, у нас было куча гостей дома. Постоянно что-то мы праздновали. Но потом как-то раз, где-то в 11 классе, по-моему, да, уже в институте, я уже не помню, просто все обрубилось, и все, перестали друг к другу ходить, все закрылись как-то и так далее, очень стали холодными, да. И если не Тора, откуда, кто нас, что у нас в университете учат, что надо гостей принимать? Мы перестали друг к другу ходить абсолютно, вот, и поэтому надо понимать теперь, да, зачем Тора нужна? Для жизни, Тора она для жизни, чтобы человек понимал, есть у него шаббат, есть у него какое-то мероприятие, есть у него праздники, что есть мицва приглашать к себе гостей. Есть мицва такая, заповедь. И услужить гостям – это заповедь большая, да, между человеком и человеком. Да, как будто он шхину принял домой.
Смирение – это основа служения. Одно, что такое? Написано, в Ховотовеле работе написано, одно маленькое мицва, одно маленькое доброе дело Адам, которое человек делает тихо, смиренно, может дать ему в миллионы раз больше награды от Творца, чем то, что сделано на людях и через надменность, через гордыню. Например, если мы знаем, сколько людей любят дарить Сефер Тору. Да, это Сефер Тора называется мицва с мазалем. Почему мицва с мазалем? Что человек дарит Сефер Тору, все приходят. Да, услышат, о, там Сефер Тору дарят, пойдем запишем букву. Все любят такое мероприятие, там еще есть поесть, там еще есть музыка и так далее обычно, да, в такое мероприятие. Большое дело. А есть люди, которые делают мицву и с собой еще этих привозят, журналистов куча, да, он там кому-то сделал доброе дело, еще нужно это заснять обязательно, вот так сними меня, вот так, вот так, вот так все теперь уже сделано. Да, в одном движении есть вообще такое... Эльвин, есть такое поверье, не сделал фотку, не сделал дело. Мицва – это фотка. Бывает такое тоже. Что внутри – неважно. Что внутри – неважно. Что дают. Действительно, как укрепляют – неважно. Главное, что фотка. А что делать? Такие времена. Такие люди. Теперь, ну что? А человек, который, Адам, пришел и сделал какое-то маленькое дело. Знаешь что? Например, утром увидел, что у мамы собралось огромное количество посуды. И он решил тихо, пока она не встала, помочь ей. Мицва. Мицва помочь родителям. Мицва. Хорошо, может быть, я неудачно привел для нас, потому что мы не умеем мыть посуду. Да, хорошо, принести чай. Есть заповедь Деурайта, кормить родителей. Кормить родителей – это заповедь Деурайта. Что значит кормить? Что им нужно кормить? Им нужно, чтобы я их кормил. Дай Бог им здоровья, чтобы они сами кушали 120 лет. Что значит кормить? Приготовить еду, принести еду. Или даже за столом ты сидишь и подал ей еду, уже считается мицва деурайта. И ничего тебе не нужно здесь, никому не нужно это показывать, говорить и так далее. Нет, тебе это ничего не нужно этого, понимаете? Все это можно сделать тихо. Да? Или, например, человек, который уступил в спор. Есть спор между евреями. Он уступает. Осе шалом бимромав. Тихо. Никому ничего не говоря. Не для того, чтобы кому-то что-то показать. Да, это может быть перед Творцом засчитано в миллионы раз больше, чем кто-то что-то делает ради, например, спор есть, я сейчас его уговорю. Подожди. Сейчас я ему сделаю. Сейчас я здесь сделаю шалом. Да. А? Да. Да, или, например, вот я про себя пример. Вот все уроки, которые я делаю, да, это же, ну, смотрят, вы укрепляетесь, я надеюсь, позрат Ашем. Я укрепляюсь, самое главное, да, я что-то запоминаю из этих уроков и так далее, да. Вот все эти уроки, друзья, все эти уроки, по сравнению с тем, что сейчас моя жена сидит дома и готовится к шаббату, при этом делая разные дела абсолютно, да, там, и за детьми, и меню, и что-то готовится к завтрашнему дню и так далее. Все это делается тихо, никто же об этом не знает. Потому что сейчас я вам говорю, конечно, но тем не менее, в реальности вы это не видите, да. Тем не менее, это для женщины, сейчас я для женщин, чтобы женщину немножко тоже укрепить, да, это будет засчитано гораздо больше, чем все уроки, что я делаю. Почему? Потому что это делается тихо. Или, например, есть мужчины, которые дарят своим женам машины. Да? Но сначала он сфоткает, выложит там, куда нужно, и после этого подарит. Да? А есть... И при всех это делает, да, чтобы это самое...
А есть женщина, которая тихо выполнит желание мужа и тем самым обрадует его сердце. Тихо. Не для того, чтобы другим показать. Есть люди, которые просто пишут о своих отношениях для того, чтобы другим показать. А есть пары, которые делают, не пишут, не показывают, не показухой не занимаются, а для друг друга живут. Вот это жизнь. Это отношения. Это вы можете называть любовь. Итак, Авраам Авину не разговаривал с другими, возгордившись. А ему было чем возгордиться. Чем Авраам Авину мог возгордиться, Аарон? Чем он мог возгордиться? Иосиф? А? Раз. Что еще? О, тоже хорошо, конечно. Но другие не оценили этого. Что он богатый? Почему? А? Что? Какие болезни? Тогда не болели еще. Вообще никто не болел. Никто не загрязнялся, никто не болел ничем абсолютно. Ну да, он богатым был. Он богатым был. Еще что? Он победил 5 царей. Он выиграл мировую войну, он выиграл тогда. По нашим меркам, вы представляете, какая сила? Да. Войну 5 царей он выиграл у них у всех. Лот отбил у всех. Он мог вот так вот смотреть на других. Но что? Нет, он пошел встречать каких-то арабов. Да, чтобы сделать хесед, чтобы их накормить и возвысить имя Всевышнего, восхвалить имя Всевышнего. Там есть спор по этому поводу. Есть спор, что с ним только Элиезер, а есть, кто говорит, что 340 только там, в общем, огромное количество. А? Все ученики, все соседи, все друзья, а есть, что только Элиезер. Только Элиезер. Есть спор по этому поводу. Окей. Это вода. Вода – это Тора. Сказал Авраам Авину, «Укахна меат майм, возьмите немножко воды». И у меня к вам теперь вопрос. Почему, если вода – это Тора, Давид, ты здесь? Если вода – это Тора, почему написано «немножко»? Вырвать. Правильное сравнение. Правильное сравнение, почему написано немножко. Да, во-первых, здесь есть объяснение, что Торой нужно заниматься чуть-чуть. То есть, не, есть, я вам уже рассказывал про это, но тем не менее, есть, что человек берет себя, о, еще мицва, давай, еще мне, еще заповедь, что нужно делать и так далее. Нет, возьмите немножко воды, написано немножко. Также, он увидел, что он увидел Авраам. Авраам увидел, что они идолопоклонники, правильно? И он, в принципе, даже не собирался приглашать их домой. Он им сказал, возьмите немножко воды. Несмотря на то, что гостеприимство – это для нас мицва, тем не менее написано «Вехасита кехохматеха», как говорит тебе мудрость. Написано, Авраам Авину дал им немножко воды. Что имеется в виду? Он увидел, что они идолопоклонники. Идолопоклонники что будут делать в моем доме? Зачем их пускать в мой дом, сказал Авраам. Что он им сказал? Отдохните под деревом во дворе, я вам накрою шикарный стол. Но он побежал, он ему служил. Ну что, домой он их не завел. Домой он их не заводил, извините. Мы общаемся с разными людьми, друзья, да, в течение жизни. Будь то в школе, будь то в институте, будь то на работе и так далее. Ты смотришь, идолопоклонник. Что идолопоклоннику делать в твоем доме? Сколько наших тебя ошибаются? Вот недавно тут задали вопрос, а? Надо думать. Это твой дом, твоя ограда. Слышишь, Матьяу? Мы можем дружить с кем угодно, но Авраам сказал, «Иукахта миатмай», возьмите немножко воды. Дом – это дом, твои отношения на улице – это отношения на улице. Делай ограду. Немножко воды. Это еще одно хорошее объяснение, что мы должны учить для жизни. Дэвид, понятно? Если вот я найду, где написано про iPhone в Торе, там будет написано «Уничтожьте iPhone». А, если это яблоко... Если... О, я сейчас придумал, слышите? Я придумал. Если тот плод... Дерево, которое Адам скушал. Слышали? Это было яблоко.
то Творец сказал, не кушай яблоко. Но у нас есть много разных версий, что это было за плод, да? Есть много разных версий телефона. Да. Такие, все можно... Ладно. Так, что я вам еще что хочу рассказать. Дальше что написано, друзья, посмотрите. Дальше написано, омойте ваши ноги. Омойте ноги ваши и облаготитесь под деревом. Вопрос. Да. А если они домой не заходили, зачем они ноги мыли? О, хороший вопрос. Зачем они ноги? В принципе, зачем они ноги там мыли? Чистота. Какая? После дороги. А, после дороги. А? Раши пишет, так. Что они поклонялись, были на ногах. Ну, да. Заговор. Да, Раши действительно так пишет, что были люди там, в то время, которые поклонялись пыли. Вы представляете себе, да? Вы представляете? Вот, друзья, евреи, проснитесь! Написано, они поклонялись пыли. Вы все должны здесь сказать, вот такие глаза сделать, сказать, что за бред написан? Как можно поклоняться пыли? Это, в принципе, изучение Торы, друзья. Я сам изучаю каждое слово, что это и показываю вам, что каждое слово, оно дает нам смысл для жизни нашей. Что значит, что они пыли поклонялись? Ну, тогда написано там, что эта пыль там их сохраняла и так далее, они в это верили, и, не знаю, там, делали себе ковер, и тут в Мидраше написано, что это было три человека. Один из них у одного из них был вид этого, что я спросил, бедуина, второй был моряка, а третий торговец. Все трое пришли в разном виде, все эти ангелы, сейчас секундочку, и они перешли море, и после моря у них была пыль на ногах. И что они обычно делали там? Они раскладывали, не знаю, там этот ковер и ложились и кланялись там этой пыли. Вот. Они считали, что это их сохраняет. Я вам уже рассказывал, в чем было это смысл, если вы помните, в одном из уроков, почему именно пыли. Не помните? Во-первых, да. Во-вторых, оно образуется из-за солнца. А солнце тогда было одно из самых там великих богов у них, и поэтому, так как она образуется из-за солнца, солнце это божество, да, оно делает пыль, поэтому пыли будем поклоняться. Ну, просто идеальная логика у них была, да. Теперь, то есть он говорит, омойте ваши ноги. Что было у Авраама Авину? Авраам Авину везде, в любое место, куда он приходил, Давид, он сажал дерево. Он откуда пошел в Эрец-Исраэль? Юра, ты помнишь? Откуда он пошел в Эрец-Исраэль? Кто? О ком мы говорим? Ур-Каздим. Из Харана он пошел. Ур-Каздим он родился. Из Харана он пошел туда. Харан это где сейчас? Я вам говорил. Ирак. Правильно. Из Ирака он пошел, говорит, Израиль. Везде, где он останавливался, что ему Творец сказал? Лех леха мярцеха умилатеха. Иди из твоего места, из твоего дома, туда, куда я укажу тебе. Куда он должен был идти, он знал? Нет, он послушал. Он же не знал, куда идти. Что он делал? А как понять, куда нужно прийти? Он сажал дерево. Если это дерево там расцветало, значит это единственное место, где оно расцвело, это было Эрец-Исраэль. До этого времени он ходил, пока не нашел это место. Понимаете уровень веры Авраама Авину? А? Он ждал, пока дерево расцветет? Да. Сколько? Знаю сколько. Но вы понимаете уровень веры Авраама Авину? Есть человек, который начинает мицву делать и через две недели отчаивается, через месяц отчаивается, через год отчаивается. Сколько я могу ждать? Где, когда это дерево расцветет, как я пойму? Я не знаю, кто ему сказал, как ему сказал, что именно через дерево ему понять, я не знаю. Не нашел это пока, вот, но тем не менее. Окей, как это было непростое дерево. Это дерево ему показывало, что Надав, представь себе, пришел гость к тебе, да, и ты говоришь, ну-ка иди под дерево. Зонт перед дверьми у тебя, иди под зонт сначала. Что этот зонт показывает?
дерево, если это был идолопоклонник, если это был раша, если это был злодей, ветви дерева, они расцветали. Они давали плоды, это дерево становилось невероятно красивым и плодоносным. О, извините, если это был праведник. Если это был злодей, то наоборот. Соответственно, оно не расцветало, ничего не двигалось. И также и вода. Также и вода в колодце у него. Если под дерево приходил злодей, вода высыхала. Ничего не оставалось там. А если это был праведник, вода прям поднималась, на, говорит, возьми меня. Не, не поднялась. Не поднялась. Это были ангелы, но они были в виде идолопоклонников. Что, почему именно так? Ну, потому что если... Смотри, какое испытание тогда было бы Аврааму Вину? Аврааму Вину пошел встречать идолопоклонников. Если ангелы к тебе пришли, понятно, что ты встанешь. Как бы тебе не было больно. А разве ради бедуина, ради торговца, ради идолопоклонника ты встанешь? А он встал. Чтобы выполнить митцву, чтобы выполнить заповедь. Теперь он им сказал, омойте ноги. Здесь есть, что мы с вами посмотрели, здесь Тора. Я вам сейчас даю другой уровень понимания Торы. Посмотрите, хорошо, кто умеет читать на иврите. На иврите хочу вам показать. 85-й, на 85-й. Далит. Юках на миат маим. Верахацу. Верахацу раглехем. Вейшахану тахат хаэц. Возьмите последние буквы. Последние буквы. Верахацу. Последние буквы. Вав. Раглехем. Мем. Вейшахану. Вав. Тахат. Тав. Хаэц. Цадик. Это получится мицвот. Последние буквы этого слова. То есть каких слов? На русском. И омойте. Омойте ноги ваши и облокотитесь под деревом. Последние буквы мицвот. Омойте ноги ваши, это имеется в виду, возьмите себе мицвот. Возьмите себе заповеди, он им сказал. А? Не, раглехем. Последние буквы. Да, конечно. Так, и теперь возьмите слова «Раглехем вейшахану тахат хаэц». Ноги ваши облокотитесь под деревом. Заглавные буквы. Посмотрите первую букву. Что это за слово? Это слово «Тора». «Раглехем» – «Реш», «Вейшахану» – «Вав», «Тахат» – «Тав», «Хей». Если из этого можно... Не по порядку, конечно, не по порядку. Это слово Тора. То есть, что Авраам Авину сказал? Омойте ваши ноги, это имеется в виду, возьмите себе Тору, возьмите себе мицвот. И тем самым, откажитесь от ваших идолов, он им говорил. Откажитесь от ваших идолов. Да. А как человек может отказаться от того, что у него в жизни? Только через Тору. Только через Тору. То есть, у него не кошерная еда дома. У него не кошерная еда на улице. Как он может с этим справиться? Только изучая Тору. Есть люди, которые начали соблюдать шаббат. Я знаю таких. И без изучения Торы у них нет силы продолжать соблюдение шаббата. Тора дает силу. Ты взял какую-то мицву на себя, чтобы ее дальше исполнять, тебе нужна подпитка. Подпитка тебе нужна. Бизнес, чтобы вести. Постоянно нужны деньги, правильно? Или тебе деньги через оборотку должны приходить, или ты постоянно из кармана должен доставать и туда. Чем-то ты должен подпитывать свой бизнес, правильно? Так мицва тоже нужна подпитка. Какая это подпитка? Постоянное изучение. Еврейству тоже нужна подпитка. Какая? Постоянное изучение Торы. Это самая главная заповедь, которая может изменить твою жизнь. Без этого не получится, друзья. Человек решил себе взять мицву, если он постоянно не учит, постоянно. Я не говорю вам каждый день, я не говорю каждый час, не говорю целыми днями. Постоянно, это значит выбрать себе постоянное время. Хоть один раз в неделю, если уж не каждый день, два раза в неделю, но постоянное время. Вот что имеется в виду. И мы видим, как укрепляются за счет этого, да? Теперь...
Рав Муцафи говорит, о, значит, он им так говорил, да, уже. Рав Муцафи пишет, то есть мы видим, что это были идолопоклонники, да, вот таким образом было у него устроено. На самом деле, чтобы вы понимали, он приводит такую историю. Город Салоники. Салоники. Где он? Где этот город? Молодец. Заговор. Да. Там одно время там было много евреев. И много мудрецов Тор. Много мудрецов Тор. И там жил тогда... Сейчас буду собрать. Несколько мудрецов Торы. И был тогда Раби Иуда Хаят. Большой Мекубаль, большой мудрец Торы и известный. Известный во всем, ну, я так понимаю, в этом районе. Так, когда он ушел из этого мира, его похоронили, и что было чудо, что каждый человек, который приходил на его могилу и просил что-то, он получал. Получал. Так говорят про кеврей Авраама Авину и всех наших праотцов в Хевроне. Кто молится в Хевроне, то все, кто там молились, все говорят, что это имеет огромную силу, что большой шанс тот, кто помолится в Хевроне, что исполнит его молитву. Не, в Хевроне именно на могилах наших праотцов, где Авраам Авину, где Ицхак Авину и со своими женами помолился. Понятно. Так вот, так теперь, представьте себе, там, где похоронили этого раби Иуда Хаята, так приходили люди туда и молились там, и исполнялось их желание. Но раввины заметили, Давид, через некоторое время те люди, которые там помолились, они стали умирать. У этого. Арон, ты здесь? Не отвлекайся. Не дай Бог. То есть они помолились на могиле этого праведника и стали умирать. Они решили все сделать ограду. Они поставили там ограждение, что больше чем на 2 метра не подходить к этой могиле. Кто хотел помолиться, только через эту ограду. Только так, больше никак. А вот тот, кто хотел реально прийти, потому что сила была именно, как-то такая сила дана была именно там, то он должен был прийти к шамашу синагоги, тот его убил 40 ударов плетьми, он делал видуй, раскаялся во всех своих грехах и только плакал, и так раскаивался, и только после этого он мог прийти и помолиться на эту могилу. Что это имеется в виду? Вот эти удары, плакать и так далее. Очиститься имеется в виду, что он делал чуву. Он делал чуву для того, чтобы его молитва дошла, и за это ему ничего не было. Это как пример, Рав Муцафи переводит как пример того, что есть мудрецы, как Авраам Авину. И даже в наше время есть такие мудрецы, да? Но что? Каждый из нас может быть, как Моше Рабейну. Но что самое главное? Самое главное – это прийти к Творцу. Это сделать чуву и тем самым соединиться с Творцом. Авраам Авину, зачем он говорил им омывать ноги? Для того, чтобы они пришли к Творцу, для того, чтобы они сделали чуву. Это работа наша с вами, друзья мои. Чтобы укрепляться каждый день. И надо понимать, насколько в конце этой недельной главы, что написано в конце? Что написано? Не прочитали? Вайра? Вы знаете, за сколько денег продается шестая алия здесь? Шестая алия. Ты уже готов? Что ты говоришь, Давид? Родила? Чуть,
Чуть дальше посмотрите. Это все, это в самом конце вы посмотрели? Да. А шестая алия, он сказал, шестая, шестая часть. А, шестая. Минка также родила. Что это событие? Что за событие? Авраам Авину привел в жертву своего сына. А когда Ицхак, это в этой главе. А когда Ицхак, жертвоприношение Ицхака, это в этой главе. Последнее испытание Авраама, это в этой главе. Сколько испытаний было? 10 испытаний было у Авраама Авину. Как вчера рассказал раб Гагулашвили, вчера я слышал, дай Бог ему долгих лет жизни, Безрат Ашеев, он сказал, здесь мы видим невероятное доверие, невероятную веру Авраама в Творца. Каким образом? Представьте себе человека, не дай Бог никому такое испытание, который приносит в жертву своего сына. Что он говорит? Что он говорит? О! Это нужно Творцу? Что у него в мыслях? В мыслях что у него? Это нужно Творцу? Нет, это не нужно Творцу. А как он тогда это поведал? Как он мне это заповедал убить сына? Не, не может быть. Это к добру? Не, не может быть. Может, мне не нужно это делать? А, нет, может, мне нужно? Юра, ты слышишь меня или нет? По-моему, нет. Ты представляешь мысль человека, который приносит жертву своего сына? Представляешь? А как он это сделал тогда? Что вы смеетесь? Но в конце, как он все-таки решился на это, знаете? В конце. Не, он, да, как решиться на это? Как решиться все-таки? Тебе тяжело. Ты не веришь в то, что это нужно от тебя Творцу. Ты в это не веришь. Любая заповедь, что тебе сказали сейчас выполнить, будь то тфилин, будь то шаббат, будь то кашрут, будь то это самое, не дай Бог, не развратная жизнь. Ну и что? И что, теперь отцу стало легче от этого, что ли? Я не понимаю. Может, потому что он в будущий мир пойдет? Вера, вера. А как? Где тот... Он боялся Всевышнего, поэтому сделал. Ну, наверное, он понимал, что Всевышний остановит его в конце. Нет. Мне кажется, он все так знал. Сам сын все хорошо сам делал. Так, все, что делает... Вы слышите, что он говорит? Арон, слышите, что говорит? Человек, еврей должен знать, что Творец все делает к добру. Не может быть. А как говорит, как это может быть, что я принес своего сына, и написано, что я размножусь, как звезды небесные через него. Как это может быть? Если я сейчас его принесу в жертву, сейчас я его убью, как может быть, что я через Ицхака получу размножение, там, я буду великим народом? Как это может быть, если я сейчас его убью? Как? Он задавал себе этот вопрос. Ответ какой? Да, Творец может и то, и то. Авраам сказал себе, Творец может и то, и то. Раз мне Творец сказал это сделать, значит, он знает, что я должен это сделать. А как он мне сказал, как он исполнит свое обещание, что я буду великим народом? Он решит это сам. Это вера в Творца, друзья мои. И это вера еврейская. От Авраама мы все пошли. Эта вера Авраама есть в каждом из нас, кто здесь сидит сейчас. В каждом из вас эта вера есть. И дай Бог, чтобы вы укреплялись, так же, как Авраам Авину без Раташа.